братья и сестры. Спасибо, что вы пришли на этот мастер-класс. Значит, вы хотите что-то, 2-3 урока каких-то, чтобы получить для себя. Итак, мы находимся в мастер-классе не только интернета, а просто СМИ. Средства массовой информации. Средства массовой информации, они всегда считались центральным органом. Правда же? Вот мы слышали такой там газета с центральным органом, там журнал, там, и все, что связано с СМИ, это центральный орган. Но задавали ли мы себе вопрос, если есть какой-то центральный орган, то значит есть еще какие-то другие органы. Правда же? И вот это вот откровение, которое у нас есть о теле, о его сердце, о всевозможных членах в теле Христова, так и СМИ. СМИ, они никогда не должны быть оторваны, они не должны быть сами по себе. Они часть чего-то большого. И СМИ предназначена для того, чтобы передать слово. А мы с нами было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Наша миссия Эммануил со штаб-квартирой в Киеве стала существовать с 1991 года. В 1991 году мы стартовали здесь в Москве, но результаты были слабы, было получено откровение, и в 1992 году переехали в Киев. И в Киеве пошла работа. Но перед этим, в 1991 году, были просто поставлены некоторые фильмы «Для чего ты живешь, дорога вечной любви, не спрашивай меня, и спроси у Бога». И я думаю, что эти фильмы, они были поставлены в самое правильное время, на то время. Эти фильмы прошли после 12-ти, когда все программы заканчивались по центральным телевидениям, прошли эти фильмы. После этих фильмов центральное телевидение через ВГТ-ку взяли наши мультики «Супергнида». И стали показывать эти мультики. И пришел отзыв. Всегда, если есть слово, мы, как люди, которые представляют СМИ, должны всегда ожидать отзыв. Есть действие и есть противодействие. Вы согласны со мной? Ибо по противодействию мы всегда можем определять наш профессионализм. А профессионализм заключается в чем? Как можно проще, как можно доступнее передать ту информацию, которую мы хотим передать. Вот эти моменты нам нужно помнить. И нам пришло 12 миллионов писем на то время. И нам пришлось обработать все эти письма. И мы сказали, что мы не можем вот такой, таким небольшим нашим коллективом просто быть обладателями такого огромного ресурса. Он не принадлежит нам, он принадлежит церкви. У нами были созданы команды, и эти команды поехали по церквям. Впервые в 95-м году был написан семинар специально для этого, «Личный евангелизм», чтобы прийти в дома людей. Постучаться, сказать, что вы нам писали, воспользоваться этим именем Эммануил, Бог с нами, межконфессиональной миссии и нейтральной миссии. Это было всегда легко. И таким образом нам удалось, в принципе, посетить 9 миллионов человек в странах СНГ. Всего письма пришли с 55 тысяч населенных пунктов. И мы, имея вот такой ресурс, имея такой ответ, мы поняли, что мы не можем оставаться на одном месте. Мы должны всегда двигаться. И всякое слово, которое мы ставили в эфир через фильмы, через свидетельства, мы понимали, что обязательно должна быть обратная связь этих людей. Когда люди нам писали, люди звонили нам, наша задача была в одном – ответить на первоначальную их нужду и соединить обязательно этих людей с церковью. Дать возможность просто двигаться этим людям дальше. Когда письма стали писаться, и люди начали писать один, два, то и три раза больше, они больше хотели знать о Боге, мы поняли, что мы должны менять, сказать, свою структуру. Мы создали 36 вот таких мобильных офисов в странах СНГ.
чтобы непосредственно люди, находящиеся в своих регионах, отвечали этим людям. Но мы двигались и дальше не останавливались на достигнутом. Мы пользовались свидетельствами, мы слышали о таком клубе, клуб 700, который ведет Петер Роберсон. Петер Роберсон, он является чифом или генеральным, можно сказать, продюсером телекомпании CBN. Это христианская телекомпания Америки. И непосредственно там снимались все эти свидетельства. Но мы поняли, что свидетельства западного мира, они немножко отличаются от свидетельства людей того региона, где мы находимся. И мы стали снимать такие свидетельства. Когда мы стали снимать эти свидетельства, время все шло. И мы уже на сегодня видим, что время телевидения, оно, знаете, оно находится в стадии затухания. И мы активно переключились на то время уже на интернет. И все наши ресурсы мы постарались выложить в интернете на сайте emmanuel.tv. И на сегодня, зайдя на этот сайт, вы можете взять всю информацию, у меня сегодня есть, можете зайти туда и скачать всевозможные ролики. То, что касается непосредственно детских программ, взрослых программ, разных наименований, чтобы действительно можно было делиться всем этим. Но мы опять не останавливаемся на достигнутом. Мы понимаем, что ту стратегию, которую Бог нам показал, мы должны качественно исполнить. А Бог нам сказал, что пойдите на перекрестки, а перекрестки — это там, где действительно есть скопление людей. Пойдите на перекрестки и убедите людей прийти. И вот, эти две позиции для нас, людей, кто трудится в средствах массовой информации, найти эти перекрестки, увидеть вот эту скупченность людей и действительно убедить. Здесь уже будет включен и профессионализм, и мастерство наше, чтобы делать действительно смотрибельные программы. После того, как мы стали двигаться в этом и помещать наши программы в интернете, вдруг мы наткнулись в интернете на такой сайт «Поиск Бога». И когда мы коснулись этого сайта «Поиск Бога», он впервые был опробован и написан нашими братьями из Франции, мы поняли, что это тот необходимый ресурс, который есть и вообще помогает церкви. Мы созвонились, списались, встретились, и этот сайт был переведен на русский язык. И как раз 5 лет назад, 8 мая, 2008 года мы стартовали этим сайтом. Некоторую статистику по этому сайту я могу вам сказать. Значит, сейчас, минуточку. Как мы уже говорили, что на сегодня, на 26.04, сейчас статистику я скажу, есть 30 версий на разных языках этого сайта. Количество уникальных визитов на сегодня составляет почти 44 миллиона. Количество молитв покаяния, которые люди произносили, входя на этот сайт, на сегодня составляет 5,5 миллионов. Это процентом соотношения тех людей, которые зашли на этот сайт, ознакомились, это почти 13%. 12,35%. На непосредственно этом сайте у нас есть размещена анкета. Если человек помолился молитвой покаяния, он принял информацию. Почему я говорю? Всегда информация, она связана с определенной стратегией. У
нас заложена определенная стратегия, то там есть анкеты. И анкет мы получили 925 тысяч. Если 5,5 миллионов людей произнесло молитву покаяния, они прочитали молитву покаяния и кликнули на «да», то анкеты уже лично от себя составила 100 тысяч человек. Например, на сегодня на арабском сайте у нас есть 7 миллионов посетителей. И, соответственно, количество уникальных визитов и покаяний 461 тысяча, и анкет от них мы получили 92 тысячи. Буквально недавно, что происходит, пришел к нам один миссионер и говорит: «Бог расположил мое сердце прийти и сотрудничать с вами. Вот у меня есть желание переводить на арабский язык те программы, которые есть у вас». Ну, пока мы велись переговоры, вдруг нам звонят с Арабских Эмиратов на телефон доверия. У нас бесплатный телефон доверия. И стали говорить на каком-то наречии. Перепробовали все. Перепробовали английский, французский, немецкий. И ни на каком языке не получается. И вдруг это сам операторы понимают, что это говорят на арабском языке. И здесь как раз он делал экскурсию. И заходит телефон доверия. Он берет трубку, отвечает. Там люди говорят: «Мы смотрели передачу вашу, и нам это очень понравилось, мы хотим больше знать о Иисусе Христе, мы хотим поговорить с вами». Он прямо здесь начинает разговаривать с ними, они приходят к покаянию и на сегодня находятся вот в такой переписке. Почему это происходит? Потому что действительно мы продумываем вот эти шаги. Для меня в свое время, вы знаете, был тоже вызов. Когда я что-то хотел делать доброе, была хорошая мотивация внутри меня. Президент нашей миссии Стив Велл, он стал задавать мне такой вопрос. Говорит: «Валерий, это хорошо, что вы хотите что-то делать, но что вы ожидаете?» Я говорю: «Как, что мы ожидаем?» «Ожидаем хороший плод, хороший результат». Он говорит: «А сколько? А какой?» Вы знаете, я буквально пару месяцев ходил в шоке. И так все. Я говорю: «Так ты скажи мне, ты доверяешь мне или не доверяешь?» Он говорит: «Нет, я доверяю, но нужно мыслить совершенно по-другому. Поэтому, возлюбленные мои, если вы принимаете участие в СМИ, в интернете, ведете какую-то переписку, разговариваете по телефону доверия, помещаете какие-то статьи, задавайте себе этот вопрос: что вы ожидаете? Какая будет реакция?» Думайте и творчески, думайте и стратегически. Вот то, что мы имеем на сегодня. Какая есть у нас еще статистика по России? И исследуя дальше эти вопросы, мы увидели, что 38% населения России на сегодня пользуется интернетом. Процент пользующихся на Украине интернетом меньше, чем у вас. Но у вас этот процент очень большой, и статистика показывает, что этот процент буквально ежедневно, он все больше и больше растет. Но, вы знаете, мы увидели еще одну тенденцию, которая очень важна. И мы, как церковь, мы не должны опоздать. Сейчас все больше и больше молодежи, она переходит на мобильный интернет. Поэтому вот то поле, где мы можем словить нашу молодежь, закинув невод, это будет мобильный интернет. И интернет, нам тоже нужно об этом помнить. Что мы можем предложить
вам здесь сегодня, российской церкви христиан веры евангельской. Мы можем предложить вам пользоваться нашим сайтом «Поиск Бога». И чем выгодный этот сайт? Не мы его написали, как мы сказали, написали его непосредственно наши братья во Франции, они передали нам права. Этот сайт, он одновременно работает на 36 языках мира на сегодня. В чем преимущество этого сайта на русском языке? Мы поместили туда множество всеразличной информации. Если бы был у нас как раз интернет, видео, вот удивительно, почему у нас ничего нет. Ни проектора у нас нет, ни интернета у нас нет. Я бы хотел бы показать, чтобы вы увидели. Вот очень интересно. И какая есть еще очень хорошая функция, то фактически мы могли бы сейчас посмотреть, сколько человек из каких стран мира сейчас находится на этом сайте. Буквально система таким образом выстроена, что мы даже знаем адреса, откуда. Это легко одним кликом сделать и увидеть, откуда люди звонят. Это тоже вот так интересно. В конце сайта у нас есть также анкета, в которой люди, они вписывают адреса своих друзей. И через переписку мы имеем прямое отношение. Плохо, что сегодня нет нашего брата Андрея, который непосредственно ведет этот сайт. Если я руковожу работой, которая связана непосредственно с развитием миссии и сотрудничеством с церквями, то он непосредственно занимается интернетом. И через интернет мы хотим действительно просто соединить все вот эти наши СМИ. Нами также на сегодня разработана новая стратегия и новая программа, она называется «Пасторский совет города». Вам тоже будет это интересно. И этот пасторский совет города, он двигается в четырех направлениях. В учебной части формирование лидерства для развития новых церквей. Это непосредственно социальная работа, это СМИ, которые будут общие, на которые будет помещаться вся информация того, что церковь на сегодня делает, и общественная работа церкви. Мы увидели, что настолько важно нам действительно быть сконцентрированным и правильно подавать информацию. Приведу вам один из примеров, который был в Беларуси, как пример. Молитвенный дом там состоит в центре города, в Витебске. И это генеральский особняк. И он никому не давал покоя. Всякая власть, которая приходила, она всегда претендовала на этот особняк. И вот епископа этого объединения вызвали на совет, чтобы окончательно решить этот вопрос. И он уже прошел определенные инстанции, и он понимал, что эта борьба будет проиграна. Но Бог ночью поднял его и говорит: запиши все эти добрые дела, которые есть, и помести, опубликуй их в средствах массовой информации. Он буквально утром, ночью все это сделал, написал, подали в свою газету, отпечатали это в газете, и на совет он уже пришел с газетой. Когда стали обсуждать все эти вопросы, он достает эту газету и говорит: вот, пожалуйста, это вот ту работу, которую церковь совершила согласно обществу, в котором живет. И когда губернатор почитал все эти результаты, количество контейнеров, количество тех мероприятий, которые церковь провела, он посмотрел и сказал: да, действительно вы работаете. И по сей день этот молитвенный дом находится в этом генеральском особняке в Витебске. И церковь христиан веры и евангельской там просто существует и влияет. Более подробную
информацию, понимаю, что я не могу забрать все время, потому что Максим должен, Денис должен поделиться. Хочу сказать, что мы с вашим объединением будем более тесно работать и сотрудничать. Я думаю, что мы средства массовой информации через интернет и через мобильный интернет совместными усилиями сможем вывести на новый уровень и с новым мастерством. Пусть Бог благословит нас, будем помнить об этом, будем стремиться к этому, и Бог благословит. У меня есть непосредственно сейчас визиточки, вот такие. Вы можете, их немного осталось, вы можете воспользоваться ими. Если вы свидетельствуете людям, можно много говорить. Но иногда можно ему так, чтобы он вышел на этот сайт, и он посмотрит эти свидетельства. Сайт очень содержательный, там есть очень много ответов и из Библии, так и в поиске. Поиск Бога, мы тоже поместили книгу Петра Робертсона «200 ответов». Она пользуется очень большим спросом. И также на этом сайте «Поиск Бога» мы поставили видео Ника Вуйчича, если вы знаете. На сегодня где-то вот мы поставили не так давно, это на сегодня есть 250 тысяч посещений. И просто ответы, которые присылают люди, которые заходят на этот сайт, они просто феноменальные. И я в завершение просто хотел зачитать вам одну переписку, как это происходит. Вот Элла, она живет в Кисловодске, Северный Кавказ, Россия. Первое письмо она написала в 2011 году. Она пишет: «Хочу познать и достичь Божью любовь, которая может обнять весь мир». Был написан ответ, и она была зачислена на курсы. Ответ: «Спасибо вам большое. Бог ответил мне через вас и снял с души камень. Хочу жить по Евангелию. Слава Христу». Апрель 2011 года. «Приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Я прочитала книгу 200 ответов и станцию новообращенного. Пришлите мне, пожалуйста, еще духовную литературу. Я живу в городе Кисловодске. Какую бы вы рекомендовали мне церковь?» Вот это та непосредственно наша стратегия. Ознакомите человека с Богом, дать основные понимания и соединить его с церковью. Июнь 2011 года. Она же пишет: «Здравствуйте. Я бы хотела оказать материальную помощь тем, кто действительно в этом нуждается. Верующим, больным, бедным, миссионерам или реабилитационным центрам, детским домам или вдовам. Прошу вас помочь мне в этом намерении. Дайте мне номер счета для перечисления средств. За любой ваш ответ заранее благодарна вам». Вот такая вот переписка у нас ведется, и вот такое чудо Бог совершает. Еще один и последнее мое свидетельство. Я помню, был на выпуске пасторской школы в Беларуси, в Минске. И вот выпускалось 30 пасторов. И когда мы задали вопрос, а кто из вас имеет отношение к миссии Эммануил, то 28 человек подняли свои руки. Они все просмотрели эти мультики «Суперкнига», который прошел. И, как мы говорим, целое поколение служителей поднялось на этих мультиках. На сегодня, что у нас происходит, вы уже все слышали, мы об этом говорили, и мы также ожидаем, где-то в сентябре выйдет новая версия этих мультфильмов. Но это не будет просто мультфильм, это стратегия евангелизации, это стратегия, которая повлияет на новое поколение. И эти мультики, они не выйдут просто так. Уже написаны книги ко всем сериям, как вот было в прошлом, видел из вас кто-нибудь наши такие методические книги для воскресной школы? Вот.
Вот такие две книги мы теперь написали уже под новый мультик, и он выйдет, и он уже выйдет с этой методичкой для клуба суперкниги. И наша передача «Клуб суперкниги» 7 лет держал ветку первенства на этом самом государственном, среди государственных каналов на Украине. И они как раз тоже рассматривали все эти вопросы о нравственном воспитании детей. Пусть Бог благословит нас в нашем дальнейшем сотрудничестве. Если вы более детально заинтересовались, я готов с вами отдельно встретиться, поговорить. А вот, пожалуйста, не постесняйтесь, возьмите вот эти визитки, они очень хорошо помогают. Вы можете направить... людей. Можете взять по 3, по 4. Да. И потом в конце вы можете подойти, у меня вот есть вот такой раздаточный материал, здесь все наши ресурсы. А сейчас не надо вставать, я хотел бы помолиться и передать тогда слово. Господи, мы просто благодарны Тебе за благость и милость Твою. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты поместил нас именно в то время, Господь, время, Господи, относительной свободы, Господь. Но не упустим мы его, Господь. Аллилуйя, Господи. Распознаем мы все эти перекрестки, Господь. Аллилуйя, Господи. И имеем силу и мудрость от Тебя пойти и убедить людей, Господь. Прийти к Тебе, Господь. Аллилуйя, Господи. Уверовать в Тебя, Господь. Принять Тебя, Господь. Быть рожденными свыше, Господь. И от своей индивидуальности, Господь, прийти в церковь Твою, Господь. И совершать дело спасения людей. Во имя Иисуса. Аминь.